Ученица 5 класса Самарского лицея Алла Шутова стала лауреатом конкурса рисунков в российско-иранском творческом марафоне «Культурная дипломатия». Алла с 5 лет занимается изобразительным искусством, постоянно участвует в различных творческих конкурсах. Тематика этого юной художницы оказалась особенно интересной. Восток привлекает своей таинственностью и сказками Шахерезады, признается Алла. Мне нравятся восточные вазы, они такой необычной формы. Красивые. Костюмы у них не так, как у русских, а прям у них свои костюмы такие тоже красивые. В номинации «Изобразительное искусство» участвовали дети с 9 до 14 лет. На суд жюри было представлено более 50 работ. Мы всегда стараемся оценивать по принципу, чтобы это был не плагиат, чтобы были какие-то чувства в рисунке, чтобы видно была детская рука. Конечно, эта тема требует более глубокого изучения, но я считаю, что все педагоги и ученики справились с этой задачей. Были очень интересные, разнообразные работы. В российско-иранском творческом марафоне были представлены и другие номинации. Конкурс чтецов произведений Омара Хайяма для старшеклассников и конкурс рефератов к 80-летию Тегеранской конференции для студентов. Первокурсник Самарского университета Глеб Поздняк в своей номинации занял почетное 3-е место. У меня достаточно интересная история, особенно история Великой Отечественной войны. И это событие, оно очень значимо и сыграло огромную роль в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. На конкурс было прислано более 300 заявок. По словам организаторов, погружение молодежи в историю дружественной страны через сказки, культуру и значимые события имеет большое просветительское значение. Это такое огромное количество картин было прислано, а очень много участников было среди поэтов и среди студентов, именно историков. Очень глубокие доклады были с изучениями. Ценность мероприятия, вообще ценность идеи именно в просветительской миссии о роли и значимости Тегеранской конференции, которая, дала основание для открытия Второго фронта во время Великой Отечественной войны. В планах организаторов новые проекты об исторических событиях и культуре стран-партнеров Российской Федерации. Галина Топилина, Петр Паламеев, «События».